Марафон зеленых дел в Самаре проводится первый год. В акции приняли участие активисты движения «Первых», студенческие отряды и участники семейного сообщества «Родные и любимые». Одна из участниц, Екатерина Рябова, пришла на уборку парка Гагарина вместе с детьми. Мы летом очень любим проводить время в парке Гагарина. И поэтому, когда я сказала, что вот мы поедем сюда, то есть у моих детей не было сомнений, что да, мы поедем. И тем более вот это место выбрано. Очень любим действительно сюда приходить. И поэтому облагородить его, сделать его прекрасным, чистым, и чтобы было и другим детям сюда приятно приходить, ну, это очень значимо. Акция «Марафон зеленых дел» проходит в рамках Всероссийских дней единых действий и в поддержку национального проекта «Экология». В числе активности марафона – уборка берегов крупных водоемов, высадка деревьев, сбор и сортировка отходов, а также проведение эко-уроков. Сейчас каникулы, ребята свободно проводят свое время, и хоть надо занять молодое наше поколение, она воспитывает их, она воспитывает в них и патриотические, и трудовые какие-то моменты, которые достаточно важны для нас сейчас. Основная цель акции – популяризация эко-волонтерских активностей, формирование эко-привычек и вовлечение широкой общественности в мероприятия экологической повестки. Для меня эта акция полезна, то, что тут можно завести новых знакомств, можно помочь городу, узнать, может быть, что-то новое у других или поделиться опытом. В рамках зеленого марафона движение «Первых» дали старт новому экологическому проекту «Водорослям крышка вверх по Волге». Школа номер 25, которая не так давно собрала, например, крышечки для того, чтобы обменять и на вырученные средства купить мальков, которые будут выпущены в реку для того, чтобы облагородить, например, водоросли. Присоединиться к всероссийской акции «Марафон зеленых дел» может любой желающий до 5 июня. Августина Охременко, Николай Сидоров, «События».